городе Ижевске у нас 75,5 километров трамвайного пути. В текущем ремонте нуждается примерно 40% трамвайных путей, в капитальном – в пределах 10%. Это опытный участок, вот, эксплуатируем мы его год, себя показал великолепно, будем к этому стремиться. Вес данного участка верхнего строения пути выше веса эксплуатационного, который у нас на деревянной шпале. Также стоит пружинное крепление, которое не дает смещению рельса. Это основные его плюсы. Данный переезд у нас прослужил с 2001 года. Вот, со своими основными задачами он справился. На данный момент этот участок требует капитального ремонта, то есть уже замены. Так как весовые нагрузки в течение этого времени сильно поменялись, трафик поменялся, произошло изменение. На данном участке проводится ремонт трамвайного пути. Вот, меняется частичная замена верхнего строения пути. Вот, с заменой шпал, подкладок и частичной подъемкой данного участка. Вызвано это в первую очередь временем, и вторую очередь это воды дренажные, которые идут. Так как построилось много новых домов, вся ливневая вода идет на естественный ландшафт, выходит на трамвайный путь. В итоге происходит подмыв грунтов. Но на безопасность движения это никаким образом не влияет. Нами это все отслеживается и своевременно устраняется. В планах у нас есть большая работа на узле улицы Карла Маркса Кирова. Также у нас есть в планах работы по улице Орджоникидзе. То есть изыскательские работы поэтому проводятся. И по текущему содержанию, то есть в рамках, которые регламентированы, мы тоже все работы проведем.